Всем привет, сегодня мы вернемся к вещам супергероев, на этот раз это 10 недорогих вещей, как вы и просили, все ссылки на товары в описании, ставим лайк и поехали. Начнем с тянущейся футболки с длинными рукавами в стилистике Флэша. На странице товара есть несколько отзывов и большой выбор размеров. Кстати, хотите отдельную подборку по Флэшу? Если да, напишите об этом в комментариях и поставьте лайк этому ролику. В связке ключей поклонника супергероев я нашел большой выбор брелков с Бэтменом, Железным Человеком, Суперменом и другими дядьками в трико. Всего на выбор 16 вариантов и непонятно как затесавшийся тысячелетний сокол. Отзывов также достаточно много. Далее недорогая, но при этом довольно симпатичная фигурка Флэша со сменной головой, в маске и со снятым капюшоном. О качестве можно не беспокоиться, так как отзывов уже достаточно много, и некоторые из них даже с фотографиями. Еще меньше и еще дешевле фигурка Человека-муравья в уменьшенном состоянии бегущего по пуле. Правда, есть еще и другие варианты. Качество покраски могло быть и лучше, но спишем это на маленькие размеры, всего около 6 сантиметров. Открывашка в виде Дэдпула осуществит мечту тех, кто всегда хотел, чтобы супергерой открывал его пивную бутылку. Такой карманный раб. Кстати, если вам нравится этот гаденыш, можете найти у меня на канале отдельную подборку с ним. Для чудо-девушек я нашел кошелек с символикой чудо-женщины с большим количеством отзывов и довольно приятным видом. По данной героине у меня также имеется отдельная подборка, так что если еще не видели, бегом смотреть, ну после этого ролика. Также я еще нашел солянку из 31 простенького бумажника с символикой различных супергероев, от Бэтмена до Супермена, материал синтетическая кожа, так что ни одно животное не пострадало. Геймерам-поклонникам супергероики я нашел большие ковры для мыши с Человеком-пауком, Бэтменом, другими дядьками и парочкой красавиц в футболках супергероев. Напишите в комментариях, какая из них вам нравится больше. Далее сразу 9 плюшевых супергероев в комплекте, которых можно раскидать по дому, чтобы охраняли от непрошенных гостей. Высота игрушек около 20 сантиметров, и напишите в комментариях, кто вот этот товарищ, а то я чё-то не пойму. Последний товар — это вонючки на вентиляционную решетку в машину. Заказов много, правда, о самом запахе отзывов нет, так что неизвестно, что вас ждет. На упаковке написано Peach Flower, если вам это о чем-то говорит. Спасибо, что досмотрел этот ролик до конца, поставь лайк и поделись им с друзьями, если тебе понравилось, а также напиши в комментариях, какой товар тебе приглянулся больше всего. Подпишись на канал. Пока!